Всероссийская акция «Животные, не одежда» прошла накануне в Чебоксарах, в сквере Чапаева. Перед началом зимнего сезона сторонники гуманной моды вышли на улицы своего города, чтобы сказать «нет» убийству животных в угоду меховой индустрии. Кстати, мобильными репортерами стали сами участники акции. Тебя греет чужая смерть. Носить мех оплачивает детоубийство. Не спонсируй бизнес палачей. Плакаты подобного содержания держали в руках защитники животных. 20 чебоксарцев вышли на пикет, чтобы горожане сделали свой выбор в пользу одежды, в которой не используется животный мех. Пропаганда этичного отношения к братьям нашим меньшим – такова цель митинга. В пикете в основном принимала участие молодежь, которая с уверенностью агитировала проходящих мимо чебоксарцев. Организаторы показали окружающим инсталляцию. Мягкие игрушки, облитые кетчупом, в центре сквера стали символом варварского отношения человека к природе, когда огромное количество животных истребляется в угоду любителям меховых изделий. Благотворительный фонд защиты животных «УМКО», организаторы митинга заявляют, что будут продолжать антимеховое движение и очень надеются, что приверженников гуманной моды в столице республики будет больше.